Здравствуйте, меня зовут Никита, это мой друг Костя, мы представляем благотворительный фонд «Хрупкие люди». А проблема. Люди без инвалидности не понимают, что чувствует человек с инвалидностью, поэтому сохраняются негативные стереотипы восприятия колясочников. Решение проблемы. Увеличить понимание людей с помощью трогательного вирусного ролика в интернете. Аудитория. Наши лидеры изменений – это люди, которые оказались в похожих ситуациях с инвалидами. Например, те, у кого были переломы. Или люди, которым знакомы схожие чувства. Это, к примеру, белые вороны в школе. Ну, или какие-то другие люди со своими особенностями. Механизм решения. Люди смотрят ролик и сопереживают, меняют или формируют свое отношение, рассказывают друзьям в социальной сети. Социальная значимость. Махатма Ганди говорил, что в здоровом обществе каждый человек творит общество, частью которого он является и равен другим людям, потому что каждый из них созидает целое. Мы помогаем обществу оздоровиться через правильное восприятие инаковости людей. За хакатон мы создали прототип нашего видеоролика. К сожалению, это демо-версия, и программа выводит надписи. На экране мы видим двух девочек, которые занимаются своими делами. После чего следует вопрос. Какое главное отличие у этих девочек? Ну, может быть, кто-нибудь подскажет? И жюри. Национальность, хорошо. Это очень важное отличие, но, к сожалению, это не то. Давайте попробуем еще раз. Отмотай немного, Кость. Даю подсказку. Это индивидуальность. Главное отличие этих людей друг от друга – это их индивидуальность. Потому что все люди разные. В общем-то, вот такой у нас прототип вышел, но он будет дорабатываться. Давай дальше, стой. А, это наш аккаунт в Инстаграме, который мы создали за котом. Также у нас имеется Facebook-страница нашего благотворительного фонда и наш собственный сайт. Что сделано за хакатон? Уже создан видео-прототип ролика, придуман механизм вовлечения людей и создан Instagram-аккаунт. Чем будем заниматься в случае победы на хакатоне? Во-первых, снимем рабочую версию ролика, будем искать диджитал-агентство для реализации стратегии привлечения людей и настройки медиакомпании. Также настроим Google Grants. Или Grants, извините. Вопрос, на что пойдут ресурсы? Они пойдут на оплату работы режиссера, оператора, монтажера, а также на компенсацию работы агентства для создания и планирования вирусной кампании. Спасибо за внимание. Какие-нибудь вопросы? Сложный вопрос. Ролик заканчивается тем, то, что девочки показывают друг другу, что они сделали. И в конце видно то, что одна из них на то же с инвалидностью, но она ходит, а вторая ездит на коляске. И это ее особенность,